8-километровая полоса препятствий, 36 испытаний, специальная детская гонка, выставка военной техники, большая развлекательная программа, солдатская каша и многое другое ждет участников и гостей гонки героев на Камчатке. Она пройдет уже в эту субботу, 24 августа, в районе военного полигона Радыгина. Трасса с препятствиями практически готова и ждет своих героев. Действительно, вас ждет очень много интересного. Новая трасса протяженностью более 8 километров, новые препятствия, все они уже смонтированы, трасса практически готова, ждет своих героев. И при этом она, да, немножко сложнее, больше воды. Испытать свои силы в гонке героев в этом году решили более 2000 человек. Для наших жителей оно стало, ну, уже таким знаковым событием, потому что люди готовятся весь год. Они уже к началу лета понимают, что да, гонка героев будет, мы объявляем набор и начинают регистрироваться на сайте Лиги героев. Воспитание командного духа, единение, проверка своих сил и возможностей – это основные цели гонки героев. Прежде всего, это воспитание командного духа, потому что команда из 10 человек помогает друг другу, и действительно приходят люди уже совсем другими. Они приходят коллективом, которые умеют и понимают, кто как приходит на выручку, как можно в трудной ситуации показать себя вот с самой лучшей стороны. Девчонок приносят на руках. И вот это единение, довольные люди, которые проверили свои силы, вот это самые главные результаты гонки героев. Не забыли организаторы и про подрастающее поколение. В этом году вновь пройдет детская гонка героев. Она в прошлом году действительно понравилась нашим жителям, поэтому оргкомитет принял решение в этом году тоже проводить. Ждем всех детей с родителями, родителей, бабушек, для того, чтобы попробовать свои силы маленьким деткам. Множество развлечений ждет и зрителей гонки. Всех, кто приедет в качестве зрителей, ждет большая развлекательная программа. Это работа главной сцены, это работа экрана, бесплатная кухня солдатская, как всегда, и нормы ГТО мы будем сдавать, и обязательно детские площадки, которые помогут скрасить и улучшить настроение всем нашим жителям. Регистрация на гонку героев продлится до 23 августа. Добраться до полигона можно будет на любом транспорте. Для автомобилей предусмотрена большая автостоянка. Кроме того, в течение дня от автостанции НКП до Радыгина и обратно будет курсировать специальный автобус. Начало мероприятия и регистрация участников стартует в субботу в 9 утра.